устроил утреннюю перекличку. А Леону это не понравилось, он задними лапами как гребет. Все, Кай успокоился, лег. А Леон со своей львицей утренний мацион совершает. Стать у него и грива какая красивая. И сам уже за материал стал такой тяжелый, мощный. Хорошее потомство будет от него. Тем более, видите, он с чисто белыми львицами, поэтому потомство будет чисто белое. Леон зевнул, скажет: рычите, рычите, меня это не волнует. Так утро у Леона и проходит. Прогулочка, свежий воздух, общение с соседями по вольеру. Жизнь как на курорте. Да еще и зима позади.